Пассажиры с поддельными документами. Сотрудники транспортной полиции выявили граждан с подложными документами в поезде «Москва-Дербент». Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по СКФО. При проверке документов двое жителей ближнего зарубежья предъявили миграционные карты. Полицейские засомневались в их подлинности и направили на экспертизу. Подозрения сотрудников подтвердились. Оттиски печати не соответствуют оригиналу штампа. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье Уголовного кодекса Российской Федерации «Использование заведомо подложного документа».